Ну, не такой добрый день. Полтава, значит, горит машина. Полиция пытается по своей картотеке найти хозяина. Хозяин находится, но номера телефона нету. Сейчас, по-видимому, будут ехать то ли домой, то ли где искать. Адрес есть. Машина все равно дымит. Ломать пожарники, ну, не хотят. Потому что, ну, машина дорогая, Opel, по виду новая. Пытается аккуратно взломать замок, но... Сейчас будут пытаться через багажник дернуть рычаг открытия капота. Нет.
Ну вот, грел одеялом двигатель. То есть на двигателе лежало одеяло, и оно загорелось. Но, как выяснилось, прохожие вызвали пожарных. Они приехали быстро. Хозяина долго искали, пытались уже разбивать стекло, но сработала сигнализация. Хотя до этого не срабатывала. От удара сработала сигнализация. Ну и хозяин через 5-7 минут появился. Ну, слава богу, все разрешилось хорошо. Просьба водителей, не ложите одеяло и не грейте таким образом двигатели. Потому что это чревато тем, что может загореть машина. Всем удачи и благоразумия.